Кожну другу неділю травня ми святкуємо День усіх матусь. Отже, хочу привітати вас зі святом матусі і свою матусю привітати, але для неї в мене окремі побажання будуть так наприкінці. А сьогодні хочемо поговорити про це щастя, бути мамою, взагалі з багатодітною мамою, яка завітала до нас у гості сьогодні. Віра Ємельянова у денному ефірі. З вами Тетяна Миленко, як завжди. Доброго дня, Віра. Здравствуйте, Тетяна. Троє дівчаток у вас. Да. Старшу дочку зовут Софія, середню Соломія і младшу Марія. Отже, одразу їм будемо передавати вітання, дівчата, тому що я сподіваюся, що ви будете дивитися цей ефір, так? Конечно, конечно. І дівчатам, і, конечно же, моїй мамі, її звуть Людмила. І хочу вспомнити, конечно же, о матері моєго мужа, її звуть Аліна. Це от така дівча у нас сім'я, яка любить друг друга, однозначно всі друг друга. Тобто вам вдається так вживатися усім дівчатам між собою, не сваритися, не ділити платячки? Да, более того, я скажу, что мы живем вместе с моей мамой, то есть в квартире у нас 5 девочек, вот, 2 из которых мамы. Ну, конечно, иногда ссоримся, особенно старшие детки, вот, и не бывает абсолютно тихих дней, у нас не бывает. А змінилося взагалі ваше життя, коли ви стали мамою? Да, конечно, конечно. Чим займалися взагалі, який розпорядок був? Ну, до рождения старшей дочки я была частным предпринимателем. Вот, у меня был свой магазинчик небольшой. И когда я родила дочь, я оставила работу и превратилась в такую маму-маму вот в пеленках, вот на самом деле, в ту, которую вот иногда замечают, да, люди. Це скільки років? С коляской. В 23 года я родила старшую дочь. Вот. И очень много времени посвятила вот с ней нахождению, и поездки были все с дочкой, оставила абсолютно работу. И сейчас, когда вот у меня уже на руках третья дочь, через 10 лет я смотрю на свои фотографии 10-летней давности и даюсь диву. Думаю, как я могла вот, ну, настолько погрузиться вот в это материнство абсолютно 24 часа в сутки. Сейчас я уже себе такого не позволяю, у меня уже много совершенно других інтересів, несмотря на те, що троє дітей у мене є. Тобто, коли була одна дитина, ви повністю присвятили своє життя їй, да. Так? Тобто 24 години, 25, да. Напевно, навіть да, на добу, да. Ви знаходилися із нею, а тепер, коли їх троє, да, то я поняла, про те, що да. У вас є вільний час навіть, так? То як же все ж таки ось цей тайм-менеджмент собі розробити? Не могу сказать, как это получилось, просто пришло само собой понимание того, что нужно уделять время себе, вот, и нужно не забывать про своего мужа, вот, без этого никак, вот. Якось легше стало, так? Ну да. От багато хто говорить навіть, що повністю спокій дитини залежить від спокою мами. Коли да. дитина так виридує там, чи якось поводиться неспокійно, і ми не можемо зрозуміти взагалі причину, треба її шукати у мами. Тобто вона не голодна, в неї все нормально там із памперсами, так? Але щось не те. І говорять про те, що якщо мама спокійна, то і дитина буде спокійна. Тобто вона відчуває таке. Да, конечно, конечно. Вообще счастье ребенка зависит от того, как чувствует себя мама. И, безусловно, не стоит посвящать всю свою жизнь вот, маленькому человеку, потому что ребенок — это совершенно другой мир, мені друга здається, личность. Да. Що ми і так присвячуємо все життя дитині, коли вона з'являється. Що б ми не робили, навіть якщо ми працюємо, навіть якщо ми відпочиваємо. Так? Ну, не знаю, не всі. А стоит ли это делать? Тобто? Потому что дети вырастут,
Это точно. И я это уже сейчас знаю, понимаю, потому что моя старшая дочь, у нее совершенно свои собственные интересы, она подросток. И она очень недавно была маленьким ребенком, которая сидела в коляске, ей было все нужно и все хотелось получить от меня. А сейчас она хочет больше проводить времени со своими друзьями в Инстаграме. Хорошо, что я могу видеть ее Инстаграм и знать, чем она интересуется. Вот, поэтому дети очень быстро вырастут, и очень важно понимать и знать, а что же мама будет делать тогда, когда дети повзрослеют? Будут ли у нее свои интересы? Чем она будет заниматься? И что она будет делать уже со своим большим количеством времени с и взрослыми детьми? На ваш погляд, треба все ж таки залишатися при хобі, так? При Безусловно. Своїх якихось Безусловно. Інтересах. Это неотъемлемая часть жизни, потому что хочу обратиться к мамочкам, может быть, у которых один сейчас ребенок, и это полная замена всех приоритетов для многих, потому что я была на месте этих родителей. Обязательно нужно помнить о себе, уделять достаточное время себе в течение дня. У меня есть очень важная чашка кофе в 4 часа дня. Вот никто не может посягнуть на мое время нахождения вместе с этой чашкой и на мои мысли в это время. А дети как относятся до этого? Они привыкли, они знают, да. Без этого невозможна гармоничная жизнь, я считаю, матери абсолютно. Мені так подобається те, що ви говорите, тому що я сама вважаю, що навіть якщо в тебе вже є дитина, то вже від кількості ти вже мама. Там їх буде 5 чи 10 навіть вже. Все одно якось життя воно змінюється, але воно, напевно, що насичується так, чимось іншими. Просто есть женщины, которые, у которых настолько богатый ресурс, настолько они много могут дать вот этому миру, у них появляются больше детей, вот, больше, чем трое, больше, чем четверо. Есть женщины, которые берут деток из приютов, я аплодирую им и благодарю. И от этого зависит, наверное, общее счастье всей планеты нашей, я считаю, вот от того, как достойная, полная радость для сама для себя мама сможет существовать рядом со своим мужем, в своей семье, рядом со своими детьми. Однозначно она должна быть наполнена своими интересами, тем, что бы ей хотелось от жизни увидеть или услышать. У нее должны быть вот эти пути, которые наполняют маму. И что она может дать також дитині, передати, напевно, да. Так, свій внутрішній світ. Танечка, я всегда, когда думаю о будущем своих детей, я руководствуюсь таким высказыванием, как, знаешь, ты, мам, налей и отойди. Вот, то есть любить, поддерживать, помогать своему ребенку, дать ему что-то интересное для его жизни, научить чему-то, конечно, лучше это сделать, и необходимо это сделать. Но потом в определенный момент нужно отойти в сторонку для того, чтобы ребенок мог это все реализовать, все, что он получил от вас. И вот важно заметить этот момент, когда именно вот отойти в сторонку. Ох, для матусей це дуже так важко, особливо коли хлопчики, та в принципі і дівчатка також, так, коли треба відійти і не заважати. Да, вот есть бабушки, которые очень любят нянчить внуков, которые знают, как лучше, которые помогают, вот, да, вот я помогу, и таким образом занимают очень большое пространство вот в новой в молодой семье. Этого не стоит делать, и стоит, ну, мудрая мама всегда знает, когда нужна эта помощь и когда лучше ее не оказывать. Багато з нас зустрічаються з таким комплексом якимось. Погана мати.
так? Говорять про те, що так, я погана мати, я рано пішла працювати. Чи ні, я взагалі не працюю, багато приділяю часу і своїй дитині постійно поряд з нею на все забила, все забула. Так, як із цим не комплексом? Не стоїть, не стоїть. От я, опять же, хочу обратитися от, к молодим мамочкам. Не стоїть заниматься от таким подобним самобичеванням, тому що природа, вона дуже... умная, она вот идеально смоделирует ваше время, и если довериться природе, вы сможете почувствовать, сколько времени нужно уделять ребенку, сколько себе, сколько семье, и совершенно не стоит думать о том, что вот я там да что-то должна, там 10 кружков в неделю, вот, и так далее. Вот, ну, это не для меня, вот сейчас сейчас средняя дочка у нас не занимается вот никакими кружками, но зато она абсолютная хозяечка, и когда она заходит ко мне на кухню, я настолько радуюсь, она знает, какой пирог с чем приготовить, вот, как приготовить крем, и очень это любит, и, ну, я очень радуюсь, когда она мне помогает. И она делает это с таким удовольствием, с такой улыбкой, вот, что я вижу, что это счастливый ребенок. Давайте поменяемся на один день, я вам хлопчики веду. Дам мені так, щоб вони, вони допомагали, тому що якщо в мене, наприклад, так готується пиріг, то це ось так. Коли буде готова, да? Або мама, коли буде готова, ми вас їдімо. От той пиріг, чи розтягнути його ще до того, як він приготувався. Ну, тут є ще друга сторона медалі, що касається дівчинок, да? Тому що вот, старша дочь зараз все время думає о своєму гардеробі, вот, то, в чому б мені казалось, вона буде хорошо виглядати, їй совершенно не підходить. Вона одягає на себе вот, різні речі і вот, іще себе, і це теж етап, який потрібно переждать, да, и дать ребенку возможность ощутить себя самостоятельно. Вот это тоже такая мама, вот мудрость мамы в этом должна сработать однозначно. У чому ще є мудрість мами? І ще ви так говорили про те, що у вас є чашка кави, так, о 4-й годині. Як ви взагалі пояснюєте, що мамі треба відпочити? Ну, просто сім'я к этому привыкла. А як же ж це навчити? У мене є. Ви говорите, тобто ви проговорюєте. Так, звісно, звісно, я просто говорю об этом вслух. Вот. И наверняка, я думаю, все мои домашние просто видят, в каком настроении я выхожу после своей любимой чашки кофе и делают собственные выводы. Просто по ощущениям, мне кажется, они это понимают. Вот. Я очень люблю заниматься садом, вот, всеми цветами, какие только могу вот, вырастить у себя на участке. Поэтому это тоже место вот такое, где я нахожусь совершенно одна, один на один вот с растениями, и это помогает мне потом больше и больше давать своим детям чего-то интересного. Они очень любят природу. Вот, очень горжусь тем, что мы с старшими дочерями были на горе Говерла. Підіймалися вот, да, повністю? Піднялись, да, на саму вот, вищу точку. Вони потім, коли спустились, отримали медалі, вот, восхождення. І це було, ну, такі приємні емоції, коли виросте тут третя дочка, підросте, ми обов'язково візьмемо її з собою. Хоча там були ребята, які маленьких дітей брали з собою. Це так дуже весело. На ручку. Да, да, весело, да. Піддержували друг друга. Вот, для того, тому що восхождення, звісно, потрібно підготуватися к этому. У чому ще мудрість мами, на ваш погляд? Ну, вы знаете, очень важно, насколько мне кажется, это иметь определенные домашние традиции, которые есть вот именно в вашей семье. Они могут быть схожи абсолютно с другими семьями, там, то ли это Рождество, то ли пасхальные праздники, вот недавно прошли, которые
мама бы передавала своим детям, потому что я, вот когда моя мама печет пасхальные куличи, например, радуюсь и рассказываю своим детям о том, что посмотрите, бабушка печет эти куличи в формах, которые изготовили для вашей прапрабабушки. Вот. И они, ну, с воодушевлением слушают эту историю. Это не просто какие-нибудь там бумажки, которые продаются в супермаркете. Замечательно, что если есть такая возможность, и хозяйки там ими пользуются. Вот. Но любая традиция, я считаю, она, конечно, в руках матери, которая может быть внедрена в семью. И уверена в том, что традиция, которую запомнят и впитают дети, будет хранить их семьи в дальнейшем и будет им указывать на, вот, на возможность создания вот крепкой семьи. Конечно, в руках мамы вот, научить своих детей таким традициям. Це чудово. Ви знаєте, я слухаю і навіть якось так приємно і собі щось переймаю, і одразу ж згадую, чи в нас є якась там іграшка на ялинку, чи якісь такі моменти, реліквії. А можливо, знаєте, якщо навіть і немає, то варто зараз їх створювати для того, щоб потім твої діти, твої онуки та правнуки розповідали вже твоїм нащадкам про традиції, як ти випікала, так? Звісно. І взагалі, що, чим прикрашали, чи дім, чи якісь такі моменти. Ох, романтично. Все вкусненьке, так, тоді виходить. І можете продовжити? От мама – це? Мама – це добро, це любов. Хочу підчеркнути, це повинна бути определеного кількості любов. Не переборщити. Пожалуйста. Вот. Это забота, это понимание, это поддержка. Когда я выращу уже взрослых детей, я, наверное, смогу дополнить этот список, потому что я учусь на собственном опыте. Конечно, там наблюдаю за поведением других матерей, у которых много деток, но в любом случае это забота, это благо. Очень многие детки хотели бы иметь маму. И я счастлива, что я знаю семью, которая сейчас задумывается наверняка о том, чтобы дать опеку материнскую деткам, которые не имеют мамы. Это, я считаю, очень высокий уровень развития личности, когда человек может дать вот такое добро деткам, у которых нет родительской опеки. Я дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Вітання вашим донечкам і приєднуюся до слів. Так, було б чудово, якби у всіх були мами, і розумію, що треба цінувати кожну хвилину, так, тому що, можливо, не для всіх це свято веселе насправді, да, так? Да, але да. Все залежить від нас, і в нас є чи пам'ять, чи можливості для того, щоб трішечки змінити, зробити його веселішим, принаймні в своєму житті чи в житті тих, хто поряд із нами. Дякую вам ще Спасибо, раз. Віра Ємельянова у нас в гостях, багатодітна матуся. Так, ви чудово так виглядаєте. Просто не Спасибо. Скажеш, що троє дітей є, так? Поряд із Спасибо, вами, троє помічниць дівчаток. Ну і хочу, звісно, що побажати здоров'я, щастя, сил, наснаги, натхнення, радості побільше усім матусям. А їх чоловікам, так, чи дітям сказати, що давайте трішечки мамі відпочивати іноді і побачити, що після своєї чашки кави вона почне більше посміхатися і насолоджуватися життям разом із вами. Ну, мам, як обіцяла, я тебе люблю. Вітаю зі святом. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провели його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого вам.